800 спортивных мероприятий пройдет в Приморье в этом году. Среди них краевые соревнования, так и всероссийские и международные. Например, Кубок России по самбо. Международные соревнования по гребле и множество других. Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Транспортное обслуживание будет улучшено в Приморье. Автопарки пополнятся обновленными автобусами. Время их движения станет точнее. А пассажирам будут представлены все возможные льготы. На такое улучшение направят более 500 миллионов рублей из краевого бюджета. Фермеры Приморья могут купить или арендовать землю на льготных условиях. В этом случае аукцион не проводится, а участок оценивается по кадастровой стоимости. На земле можно вести подсобные хозяйства, разводить сады и огороды. Так фермеры смогут получить землю, а край – натуральные продукты.